Привет, друзья! У нас новая посылочка. Итак, посмотрим, что же у нас тут сегодня. Вот такая коробочка. Прям вот так и пришла. Коробка вот тут немножко замята. Но я думаю, это не китайцы виноваты наши, а почта. Вот так. Ук, она, наверное, прилетела к нам. Так, и давайте посмотрим, что же у нас тут лежит. А вот здесь, кстати говоря, что-то надорвано. И похоже... Кто-то уже любопытный какой-то туда слазил. Так, давайте вскрывать. Вскрываем. Что тут у нас? Что же тут у нас? Ни пакетика, ничего. Так. Оп. Оп. Все что ли? По всей видимости, что все, пустая. Так, а это у нас стоп-сигнал. Этот товар будет интересен автолюбителям. У того, кто есть машина. О, кстати, и мотоцикл тоже. А это вот крепление со скотчем двусторонним 3М. Так, так, так. Давайте разберемся. Давайте разберемся. Как тут эта штучка крепится. Ага. Придумал. Угу. Так, и нам понадобится маленькая отверточка. Ну, сейчас мы соберем. Так, а тут, походу, не хватает двух винтов. А, нет, вот они в пакетике. Два маленьких винтика. Подсоединяем вот это хозяйство сюда. Здесь есть два отверстия. Сейчас мы ее пришпандорим. Так, все, собрали. И вот этой частью вот она крепится под где-нибудь под чем-нибудь. Под, над номером там крышки багажника. Ну а на это уже можно тут хопа, хопа и вот этими прикрутить саморезиками. Так, а как же он светит? Давай посмотрим, как он светит у нас. Это в сторону. Я возьму вот аккумулятор 12-вольтовый, она у нас тоже 12-вольтовая, и попробуем подсоединить, работает ли он у нас вообще. О, всем видно, чем дальше отводишь, тем она шире. Вот таким вот образом эта штука работает. А когда туман, она еще и светится, вот эта часть невидимая, которая от самого лазера до света от него. Вот таким образом эта штука работает. А вот здесь вот еще можно разобрать кое-что. О, какая штучка. Вот тут стеклышко. А здесь что? А здесь вот всего-то да ничего. Посылка шла, ну, недолго, я хочу сказать. В принципе, очень быстро пришло. И такая достаточно качественная штучка. Железный корпус. Тут все железное. Отличный подарок другу или подруге. Ну все, вот такая вот у нас интересная штучка была сегодня, ребят. Мы ее разыграем. Подробности розыгрыша я напишу в контактах. Подписывайтесь. И будем ждать новых посылок. Пока!